Ту-ту-ту. Всем привет! С вами Ворма, это игра под названием Sky Hill, которую мы сегодня посмотрим у меня на канале. Игрушка про выживач. Кто ее просил, пожалуйста, получите, распишитесь. Ждете долго, но все-таки я ее сделал. Игра, короче, от Дейдалика и Мандрагоры. К сожалению, не смог показать эти компании в самом начале. Давайте я без лишних слов просто нажму на новую игру. Нормальный уровень сложности, с обучением и все такое. Да, я в нее играл, когда мне ее посоветовали, я в нее поиграл, что-то позалипал, открыл вот эти вот пунктики всякие, но мы на них даже смотреть сейчас не будем. Вот, просто играем в новую игру. Я приехал в этот город ненадолго, по делам. И раз уж я оставался здесь всего на несколько дней, я мог позволить себе капельку роскоши. Ваши ключи, как и заказывали, наш лучший номер с отличным видом и последним... Озвучка, конечно, да. Огонь. Кавычка. Sky Hill гостиница, отель. Так называется. Знаете... Война почти выиграна. Самый страшный будет всегда в отчаянии. Но я даже не представлял масштабы катастрофы. Использовали в Новой Европе. Просим всех оставаться на местах, включить вашу домашнюю биологическую защиту, а в случае ее отсутствия без паники и сохраняя спокойствие продвигаться к ближайшему убежищу. Женщин и детей. Уважаемые гости, просим вас оставаться в своих номерах. Ему голос это вообще не подходит. Такая рожа перекачанная. А голос как у какого-то студента. Короче, атомная война началась. Я типа бросился того. К телефону, начал набирать всех подряд. Полиция, 911, служба отеля. Что-то ужасное творилось там, снаружи. Когда крики стихли, остался лишь один звук. Довольное, голодное ручание и звуки, разрываемые на части плоти. А потом, когда голод выгнал меня наружу, там меня ждал лишь кошмар. Но между медленной смертью от голода и смертью от лап мутантов, я предпочел второе. У меня есть надежда. Я выберусь отсюда. Ну, хер знает, чувак, я за тебя играть же буду, поэтому вряд ли. Случайная генерация окружения. Улучшай кухню и верстак, чтобы получить новые рецепты для создания предмета. Цель — добраться до первого этажа. Маркеры действий. Маркеры действий показывают все предметы, с которыми ты можешь взаимодействовать. Можно включить показ маркеров, меню паузу. Понятно. Мы можем идти вниз, мы можем не идти вниз. У нас есть верстак. Как создавать предметы? Выбери категорию рецепта, еда, оружие и нажми на рецепт предмета, который хочешь собрать. Все ингредиенты добавятся в ячейку автоматически, затем нажми на эту кнопку, молоточка. Некоторые рецепты могут быть использованы только дома, они отмечены иконкой «Дом». Понятно. Так, записка. Никто это, может быть, никогда не прочтет, но я все равно напишу. Люди, не забывайте, надежда есть всегда, даже здесь. Короче, здесь можно собирать всякие журнальные штуки, которые сохраняются по мере прохождения, попытки, точнее, пройти эту игру. Вот. У нас шоу персонажа, что имеется? Во-первых, очки опыта мы зарабатываем за убийство монстров. Во-вторых, можем мотать время, побыстрее его ускорить, чтобы быстрее он двигался по комнатам, но это дальше увидите. И характеристики. То есть сила прибавляет урон от сильного оружия, скорость прибавляет урон от быстрого оружия, и шанс дополнительного хода при врагах тоже добавляется. Ловкость добавляет урон от ловкого оружия и у ворот. И меткость к шансу попадания добавляет нам плюсик. Сам будет похож на систему ВАЦ типа из Fallout. Ну, если понимаете, о чем я, увидите дальше. Собственно, рецепты, по-моему, тоже доступны изначально только... По-моему, доступны сразу все, которые я открывал по мере прохождения. Я могу ошибаться, а могу и нет. Вот, то есть можно собирать всякие отдельные материалы, типа гвоздей. Для этого нужен металлолом и всякое прочее. Вип-комната у нас прокачивается. То есть тоже за какие-то материалы, которые мы находим по мере прохождения. То есть можно улучшить верстак, чтобы там лучше делать предметы. Можно улучшить кровать, чтобы на ней лучше высыпаться. И так далее. У персонажа есть голод, нужно жрать. Есть здоровье, нужно лечиться. Есть две ячейки с оружием. Типа первая, вторая. Все. На этом можно повествование такое отдельное заканчивать. Собственно, вот кровать, вот крестак, вот лифт. Мы можем идти вниз. Как работает голод? Ты будешь терять одно очко при каждом переходе из одной комнаты в другую. Вот у нас отображается голод. Если голод на нуле, то теряется по 2 очка здоровья вместо 1 единицы голода. Понятно.
Соответственно, что можем сделать? Вот так. Что? Сломал цветок? Вот так? Что вот так-то? Ты странный чувак. В общем, можем пойти в левую комнату, либо в правую комнату. Лифт здесь сломан. Пошли в левую комнату. Тут пусто. Есть полочка. В полочке нашли трубу. Труба является оружием. Поместим ее сюда, чтобы мы могли сразу трубой драться. Хорошо, пошли в правую дверь. Еще одна полочка. Пусто. Пошли ниже по лесенке. Как сражаться? У тебя есть два типа атаки. Ты можешь нажать на монстра или его аватар. Или переключиться в расширенный режим, нажав на кнопку прицела. И нажать на монстра или его аватар, чтобы выбрать зону для атаки с различными шансами и уроном. Собственно, как я сказал, система ВАЦ из Fallout. Нажимаем на прицелик, нажимаем на моба, выбираем часть тела, куда мы хотим ударить. Лучше всего будет у нас попадание, самое меткое. По рукам, чуть ниже шанс по телу. И самый маленький шанс 50 на 50 по башке. Но самый мощный урон мы наносим по башке, поэтому давайте попробуем 50 на 50. Либо попадаем, либо не попадаем. Попадаем. И минимальный урон нанесли. Замечательно. Почему так херово? Почему прицел сейчас не сработал? Я не понял. А, я его отпустил просто, потому что... Окей. Давай по рукам бить. Нормально. Остается у него 6 хп. Бьем его по телу. И промазываем. Замечательно. 80% шанс это промах. Думал, два раза подряд будет промах, но нет. Антибиотики мы получили. Для здоровья восстанавливает 5 единиц здоровья. Давай изнем. Это антибиотики, чувак. Это горькие таблетки. Они не так работают. Странные у тебя эмоции. Здесь лифт работает. Можно в любой момент вернуться на самый верхний этаж. Наше VIP-заведение. Руки дрожат. Стоп, успокойся. Дыши. Дыши, дыши. Давайте по башке попытаемся убить. Во. Вот это я понимаю, Рон. Теперь даже можно отжать эту кнопку и просто херачить прям в тело. Херачить, я сказал, в тело прям. Молодец, да. Умник. Куда ты выбираешь себе в рубашку? Ну, ладно. Так, рис. Я подобрал рис. 8 голода восстанавливает рис. Но, по идее, его можно улучшить. Можно ли его улучшить? Любой фрукт. Тын. Ну, рис фруктом не является, поэтому жри на здоровье. Вот сейчас ты должен был такой... О, я поел, я больше не голодный. Кирпич и средняя аптечка. Средняя аптечка сколько у нас восстанавливает? 50 хп, неплохо, неплохо. Кирпич для крафта, хорошо. Так, брюссельская капуста. Брокколи, да? 6 голода. Жри на здоровье. Приятного аппетита. Так, идем ниже. 100 этажей, в общем, нужно спуститься. Вот в этом цель типа игры. Спуститься в самый низ. Чем ниже спускаешься, тем сложнее комнаты, тем больше нужно себя прокачивать, увеличивать оружие, прокачивать ловкость для попадания и все такие штуки. Пусто. Лимон. А, это киви был? Это киви? Похоже это на киви? Ну, да, похоже, ладно. Малая аптечка. Скорее всего, 25% хп. Карта VIP-гостя. Что она нам дает? Карта VIP-гостя. Она просто есть. Хорошо. Металлолом. Тоже неплохо. А, карта, по-моему, позволяет нам юзать лифт, если не ошибаюсь. Так, ну на, по башке. Нормально. Неплохо, да. На тебе по брюху. Ну, что такое херовый урон-то, ну? Нажимай прицел, бей, да. Во! Охереть. 20 опыта. Новый уровень. В мобе пусто. Вот, теперь мы можем прокачивать эти штуки. Для этого сначала нужно определить, что нам лучше использовать. Я предпочитал, по-моему, я не помню, опять не играл давно когда-то, мне было впадло что-то записывать, просто посмотрел и все, типа. Пока ничего качать не буду, пока спокойно спускаемся. Потом определимся с тем, какое оружие мы можем скрафтить. То есть вот нам подсвечено сразу, что у нас есть, чего у нас нет. По идее, лучше здесь быстрое оружие, на мой взгляд, но хер его знает. Я много ее показывать не буду, то есть сколько дойдем, сколько пройдем, так и дойдем. Если это будет меньше 20 минут, если дольше, то там, думаю, минут 20-30 поиграем. Посмотрим, короче, посмотрим. Мы только 5 этажей прошли. Во! Здесь сломанный лифт. Можно его починить. Но для этого нужны провода. Есть другой способ. Я могу попробовать починить щиток своими силами. Вдруг получится. Такой ремонт может отнять у меня много сил. Да и сломать в процессе что-то могу. Давай попробуем.
Заработало. Иногда стоит рискнуть. Починили освещение. Ой, как ему херово посмотреть на эту рожу. Ладно, не сын. Где? Грязная записка. Прям в голову херачит. Да успокойся ты, господи, где ты вибрируешь? Да, дуракский телефон. Где он? Аптечка. Новое сообщение от любимое сердечко. Я все еще тебя люблю, жду тебя на нашем месте. Помнишь, как мы столкнулись на 87 этаже? Не знаю. Это не наш телефон. Потом зайдем на 87 этаж, если успеем сегодня, то посмотрим, что там было. Итак, грязная записка. Сегодня мне приснился кошмар. Приснилось, что Шон превратился в одну из этих сволочей, а я бегу от него по бесконечному коридору. Короче, он сидел в своей комнатюшке в вип-зале на самом верхнем этаже, где-то, не знаю. Я не знаю по этому тексту, сколько он там сидел. Там неделю, может, просидел, а потом только решил спускаться или что? Хер пойми. С каждой стороны множество дверей, но все они захлопываются при моем приближении. И все, я все бегу, а хриплое посвистывание и цокот когтей по паркету за моей спиной все ближе и ближе. Проснулся в холодном поту, первым делом проверил Шона. Слава богу, он не изменился. Все тот же мертвый разлагающийся труп, что и вчера. Слава богу. Воистину, да. Угу. И тот же труп, что и вчера. Ой. Неплохо. Только очень странно, что здесь стоэтажный отель, какое-то заражение быстро произошло. Почему заразились не все? Почему монстры уже здесь на сотых этажах находятся? Значит, это старые люди были. Почему одни превратились, почему другие не превратились? Непонятно, но да ладно, хрен с ним. Нам главное добраться до первого этажа. Там будет вообще, скорее всего, жопа. На первом этаже, когда он на улицу выйдет, там вообще пиздец, короче. Я не думаю, что он спасется, но вдруг у него это получится, мало ли. Кто-то назовет это хламом, я же называю это мое сокровище. Тряпка. Твое сокровище, чувак, ты заслужил. Обрывок фотографии. Газетная вырезка 1. Жестокое убийство 5 человек, включая ребенка. Полиция предполагает, что мы имеем дело с серийным убийцей, связывая это дело с произошедшим 2 месяца назад происшествием, где было использовано самодельное оружие. По способу изготовления напоминающее орудие убийства. Поиски преступника осложняются отсутствием явной мотивации и логики у преступника. Большинство экспертов сошлись на мнение, что в данном случае у преступника присутствует психическое... А может ты поехавший, слышишь? Может никакого взрыва не было? Просто устал, заебался, приехал в вип-комнату, принял там какие-нибудь колеса себе и пошел людей пиздить голыми руками. Видит монстров просто, как в этой. Визуальная новелла-то была. Охеренская. Сайона Ута. Песня Сай на русском. Рекомендую, кстати, ее к прочтению, прохождению, но только 18+, ребят. Там есть тентакли, хентай и все такое. Но сюжет огонь. Во, стилет. Нужна скорость нам. 7. Давайте ее вкачаем. Тынц-тынц. Теперь можем юзать стилет. Я его даже сразу поставлю, а трубу приложу в эту руку. Вот. Неплохо. И меткость, я думаю, мы вкачаем тоже больше штук. Вот. Видите, прокачался. Сэкономил очки, теперь я знаю, что вкачать, вкачал. Пошли ниже. Чего то у нас там на 87 этаже? Что вот это такое вот? Чувак, погоди там. Когда это случилось, знаете, очень это тяжело терять любимых. Находить. Окей, послушайте, пока. Может, пока я его... Мне повезло. Повезло не увидеть, во что могли бы превратиться те, кого я люблю. Они умерли мгновенно. Взрывная волна обрушила рекламную вывеску. Мы как завороженные смотрели, как она медленно, словно время превратилось в тягучий кисель, покачивается на сорванных петлях, перед тем, как сорваться на нас. Она упала в шаге от меня. И только я остался в живых. Грустно, хуёво, чувак, что могу еще сказать, больше ничего. Так, окей, аптечку из ним. Ну это да, это он 50% все отхилил, поэтому он может кайфовать. Да хватит называть все своим сокровищем, ты можешь другие фразы говорить, чувак, что за фигня? Давай это самое. Научись разговаривать. Изучай языки и все такое. Так, погнали вниз. Опа, новый моб. Ты кто такой? Какой-то мужик в трусах. Давай вот так тебя под... Блядь, как можно было просрать с таким шансом-то, ну? Ебать, что так мало-то? Нахуй этот прицел пиздит так прям. Да ты осой, дебил. А чё ты дерёшься-то, блядь? Чем ты, блядь, палкой дерёшься? Долбоёб, блядь. Я тебе зачем надевал эту херню? Что так пиздец? Во! Вот это, понимаю, дело пошло сразу.
Нет, я забираю свои слова обратно. Тем прикольно. Кстати, я говорю. Записка губной помадой. Я уже 2 недели здесь. Еда кончается, Бетти убежала, очень жаль. Я любила гладить ее пушистую шерстку. Она напоминала мне о тех днях, когда все было нормально. Я могла бы съесть ее, когда еда кончится. Черт. Сколько времени чувак провел в этом заведении, здании уже? Типа, почему он только сейчас решил сбежать? Я хер его знает. Заперто, нужен ключ. Ебанутый что? Что-то подвисло даже. Обосрался, наверное, от нехватки ключа, ну ладно. Так, что-то алкоголь, кофе, что там? Кофейку тебе голод восстановим, да? Алкоголь не тра... Вода, голод. А у нас вода нужна для крафта? По-любому же нужна, да? Да ладно, ни в одной жрачке ты не используешь воду, ты дебил, что ли? Даже здесь не используешь? Рели, что ли? У нас что, вода только... А, во! Вода используется. Вода и клей, чтобы сделать химикаты. Поняли все, да? Вот там уроки химии. Вода и клей будут химикаты. Пошли ниже, чем. А, слышь, хильнись, там эта херня. Аптечка вот эта. Прям в бою, короче, можно взять, да? Неплохо. На нах, вжбан. А ты в каске еще, я смотрю, да? Рабочий. О, промазал. Вжбан. Вжбан, вжбан. Вжбан. Нормально. Били кого-то рабочего. Забрали у него металлолом. Логично. Ой, ты тут какой-то офисный планктон. Да чё ж ты такой косой-то, господи. Ну, чувак должен был сдохнуть уже после первого удара. Как видим, он довольно мощный. Он выживает. Пусто, монетка. Давай ускорим немножко игру. Будешь быстрее ходить. Во, процесс сразу пошел. И второй стилет мы получили. Но нельзя его использовать типа как в двух руках. К сожалению. Оно засчитывается как одно только оружие. То есть вот он убирается из этого оружия. Грустненько, но какая хрен разница. Так, тухлый лук, нахер. Мука. Хавай, хавай муку. Водой запей муку. Я знаю, что химикаты можно сделать, но нахер. Докторская сумка, здоровье 100 восстанавливает. Неплохо, кстати. Так, что, починишь? Генератор нужен. Да попробуй так. Заработала, и нога стоит рисовать. Нахера нам генератор? Если можем починить и без генератора. Логично. Вполне себе. Что ж ты так бьешь-то? А бой, по-моему, в обычном режиме идет, да? То есть он не ускоряется. Давайте попробуем вот так вот. Типа вообще скорость увеличить на максимальную. Пусто. Вот так он, вот так вот надо было тебе бегать, а не сидеть у себя в комнате ждать. Прям жух-жух. Да, бой в обычном режиме происходит. Вжбан, вжбан, вжбан. Тем не менее, у нас уже 89-й, кстати, этаж. Все-таки на двоечку давайте поставлю так как-то. Надеюсь, мое оружие меня не подведет. Ты попадай сначала. Потом будешь наружу жаловаться. Пидрил, а? Вот что ты убежал, сука? Что это, рука твоя? Тебя ищут, что ли? Они знают, да? Скорим все такое. Скорим когда-нибудь будет, не обещаю, но... Это тот же тип самый получается. Кровь мутанта. На кой черт? Здоровье 0, огонь. Антибиотики. Вжбан, вжбан. А, я что-то ты первый-то начал. Начнешь ты косой такой. Вжбан, вжбан. Вжбан. А, в бою нельзя все-таки зайти, рюкзак пропадает. Только если перед боем его открыть получается. Пусто. Капуста. Так. Дынс, дынс, дынс. Что все пустое-то? Го на следующий этаж, 87-й. Тут что-то было сказано про это. Пусто. Сообщение от любимой. Ты опоздал, опять. Если хочешь извиниться, я буду на 80-м этаже. Жду недолго. Мандрагор. Это компания, которая игру сделала, назвали себя сотовым оператором. Окей. А чё она спустилась на 80-й, дура, что ли? Привет, Нана. Минус человек, всё, он сдох. Такой удар ножом это минус. Да на вжбан задолба. Да убивай его давай. О, кровь потекла из носа. Вжбан. Кровь мутанта и металлолом. Замечательная находка. О, блядь! Я отвлекся, посмотрел на лифт, тут что-то взорвалось. Это было сейчас... Хоррор, прикиньте, тут скримы есть, скримеры. Нихуя себе. Сырое мясо. Открыть достижение падальщик. Неплохо. Голод 20. Да похер пока. Давай, давай, газуй наверх.
В VIP-зону пошли. Так, что тебе хавать надо, да? По идее, сон, типа, не останавливает голод, как я понял. Но не знаю точно. Итак, Крафт, из еды что ты можешь сделать? Ничего. Шоколад. Другое, можешь какой-нибудь шоколад сделать? Вряд ли, да? Да, не очень хорошо. Ну, давай захаваем. О, рыба даже есть, смотри-ка, рыбку нашел. Так, оружие. Оружие. Сила швабра. 1-2 урона, 4-6. Катит вообще. 1-8 трубой. Молоток 2-11. 3-7 стилет. Тесак 6-8. Тесак пиздатый. Нужно ловкость вкачать. 7. Тынс-тынс. Вкачал ловкость. Нужно лезвие мне для тесака. Могу сделать лезвие. Создать. Сделал лезвие. Что, тупой, теперь изоленты нету, что ли? Сделай изоленту, создать. Окей. У нас есть, мать его, тесак. Вы посмотрите на это. Мы теперь будем рубить мясо. Меткость вкачающаяся. Это так косой какой-то довольно-таки сильно. Рублевая монета. Замечательно. Большие деньги. Я богат. Так, что еще? Еда. Лечение. Противоядие. Вылечивает от отравления. Кровь мутанта и антибиотики. Давай, пусть будет. Вдруг отравит там еще. Мало ли, что всякое бывает. Жизнь суровая. Оружие дофига. То есть, типа, этажи проходим, открывается, по идее, новое там оружие или типа того. Я вот думаю, стоит мне сейчас вязать аптечку, либо я могу остановить ее сном. Хер его, пойми, разбери. Давайте поспим. Вы можете потратить очки голода для того, чтобы вылечиться, пока спите. Вот как это работает. А, вот, сразу мне показывают, типа. Тогда нахер, не спим, идем работать дальше. Хавай аптеку свою. Хавай свою аптеку. Опять игра подвисает, что-то хер знает. 78 хп от хиля, нормально. На 86. Возьми эту хуйню. И ебаш. Восьмерочка. А, кстати, тоже сбежавший какой-то мудак. Блять, попадай. Во. Неплохо. Неплохо, неплохо. Заперто, нужен ключ. Иди нахуй. Металлолом, рубли всякие. А я могу скрафтить ключ? Ну, я могу скрафтить ключ. Нужны шестеренки. Для этого нужны провода. Для этого нужна изолента и проволока. А для этого, для проволоки нужен клей. А для... Ой, для изоленты нужен клей, а для проволоки нужен только металлолом. То есть, в принципе, ключ можно сделать. Но это уже у меня получается... Тут мотать, кстати, да, можно камеру. Вторая закрытая комната. Но я недалеко могу мотать, как я понял. Рискни давай. Черт, только зря попротил время. Давай еще раз. 13, блядь, ты ебанулся, что ли? Хуя ты время тратишь. О, кровуха. Пусто. Привет. Ох ты ж, блядь, сразу, да, в бой? Да шо ж ты косой. Пей метко. Вот прям по телу херачь ему. По 6 урона это будет 4 удара, да? В бошку давай, зарядить можно. Можно, если осторожно попасть. Нет. Во, вот это зарядил. Теперь только попади и все. Сам страдаешь ведь, чувак. Как по такой махине можно не попасть? Ты че, блядь? Че с тобой, чувак? Почему так плохо все? Че так плохо дерешься? Живешь как боженька, блин. Накачанный, перекачанный. Попадаешь, блядь, как лось. То есть, типа, это... Я шутку пропустил, не смог выразить. Не получилось у меня пошутить. Сорян. Вот, опять ты, сука. Ну давай меткость, что там можно ему сделать. 14 урона. Ну так ебать. Во. 3 таких. Ебать он косой, сука. На, еще раз, жбан. По телу херач. Во, вот так всегда. Кровь мутанта. Опа, опа, опа. Кухонный нож. 2-5 хуйня собачья. Иди нахер. Так, что там? Захавать чеснока. От нежити типа помогать все такое. Масло прям так жри пачкой. Даже не распаковывай. Молочком запей это потом все. Чеснок с маслом и молоком. Блин, ему херов, наверное. Тухлый лук выкинем нахер, блин. Не, нельзя. Бинты.
Везни бинты. Ах. Вы также себе бинты заматываете, там порезались, бинтом замотали, такие. А, да, бинт, боже. Либо он его неправильно использует. Не знаю, не показывает нам этого игра. Так, просто вы меня не получите, блядь, говорит наш герой. 6, 3, 4. По башке же вбим. Во! Вот сразу всегда бы так попадал. И он и промазал бы. Идеально. Идеальный бой был сейчас сделан, совершен. Тушенку еще получил. Замечательно. Хавай на здоровье. Скоро сытый будешь, вообще довольный. Рад за тебя, мужик. Еще и мукой засыпь себе желудок свой. Вообще класс. Супер. Так, что тут-то у нас? Тут у нас пусто. А внизу что? Ну, уже 25 минут играем, да? Ну, дойдем сейчас до 80-го этажа. Посмотрим, что там эта баба скажет. Если скажет. Любимая, которая на пейджере. Чьем-то. Почти идеальный бой. Изолента. Пусто. Тыщ. Вот это мы затарились сейчас. Дыня, ни хрена себе. Эта дыня где-то уже месяц там болтается, скорее всего. И какого хрена ты ее жрать будешь, серьезно? Ну-ка, сожрал дыню протухшую. Красавчик. Так лук съешь. Ну, конечно, да. Зато голод восстановился. Неплохо. Не отравился, ничего, нормально, все, живем. Вкусный тухлый лук с тухлой дыней. Замечательно. Так просто вы меня не получите, говорит наш герой опять. На отличную меткость, красава, чувак, респектос, все такое. Найс, неплохо. Сахар. Сахар вроде можно как раз где-то использовать. Либо в еде, что уже вряд ли, я так думаю, да? Кофе с молоком, сахар пьет. Ну ладно. А, VIP-комната. Кстати, улучшения же есть. Точняк, за счет улучшений мы получаем новые эти пушки, оружие и все такое. Ой, куда я пошел? Я не то пошел. Ну ладно. Да потрать время нормально. Красава, все. И вернись теперь обратно. Тыщ, пусто. Тыщ. Средняя аптечка. Неплохо. Тыщ, пусто. Пусто. Мука и рубль. Замечательно. Ой, блядь. Это любимая? Они не дохуя ли у тебя хп, слышь, любимая? Жопец норм. Но хп-то дохуя. 38% шанс. 73. Ебаши руки. Так вот, да, значит? Рискнуть, что ли? Ну, блядь. Блядь, слышь ты это, сука. На нахуй. Ебать, она по два раза бьет. А предупреждать надо было, что здесь такие сложные эти мобы-то. Уйдешь? Сбежали, спаслись и выжили, мать вашу. Нихуя себе. Вот это я на измене сейчас нахожусь. Что за нахуй? Захавай аптеку. Так, давай-ка, знаешь что, чувак? Мы тебе сделаем сейчас. Эксперимента. Спустись вниз. Зайди в лифт. Смотрите, просто интересно. Все, мы сейчас заканчиваем. Мне просто интересно кое-что проверить. Можем ли мы ее сейчас пиздануть? Вот верстак. Кусок дерева можешь сделать? А, не сделаешь, да? Обидка, печаль, досада, все такое. Давай тогда возвращайся обратно. На 78-й. Пойдем пиздить, суку. Кстати, нахуй. 46 шанс теперь у нас. Коса... Почти тварь. Да, блять, попади, сука. 40% шанс. На нах. Кстати говоря, у него хп-то не восстановилось. Мы-то отхилили себя, а у него нет. Пиздать, я тебя убиваю. На, сука. Да. Жопа сисечная тварь, четырехрукая. Че ты с ногами вообще, блять? Ты себе шпильки срезала или че никому? Хуйню какую-то сказал, я знаю, да. Но я шумею, вы же меня поэтому и смотрите, правильно? Да попади ты, господи. Это не такой низкий шанс-то, ну. Бей! Во. Она косая, дура. Так, переходим на более успешную и уверенную атаку. Лохушка, умираешь сейчас. Блядь, не сейчас. Чувак, либо ты, либо она. Давай. Вот сейчас. Либо ты, либо она. Все зависит от тебя, красная харя. Давай. Либо ты, либо она. 81%. Погнали. Ты выиграл. Новое сообщение от любимой сердечка. Я просто хотела обнять тебя еще раз.
Обнимаешься ты не очень, дорогуша, прям вот вообще мне не понравилось ни разу. Вот. Ну, короче, ребят, что я могу сказать? Какая-то вот такая вот игрушка. В принципе, она прикольная, в принципе, интересная. То есть, довольно-таки реиграбельная, потому что комната все время генерится заново. Появляются какие-то квесты. То есть, я вот этот квест, я его раньше смотрел. Этого квеста я даже не видел, не было такого. Вот. И, собственно, есть прокачка, есть элементы РПГ, есть все такое. Там потом дальше оружие, причем классное. Там всякие бейсбольные биты с гвоздями, всякие там... более крутые плюхи там, интересные. Но лечение здесь все. То есть улучшается только оружие, по факту. Вот. Ну и на кухне там парочка. Не парочка, духа там не появляется на кухне. Вот. Короче, на этом пока заканчиваю. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты, жмите на колокольчик под видео и подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новые видосики и стримы. Вот. В общем, всем удачи, всем пока.